Всем привет! За моей спиной Одесский порт. Сейчас мы идем в направлении пляжа Ланжерон. Попробуем в боевых условиях гамакацу 48-ю. Гамакацу Yehime Ten S48 AS Solid, если правильно помню. У меня на канале есть на нее первый такой ознакомительный обзор, ссылочка будет в описании. Сейчас пойдем и попробуем поднимать ставритку. Но единственное, что она, конечно, плюет чуть попозже, но я думаю, у нас все получится. Аналог майонезной баночки. Катушка у меня сегодня Vanquish 2019 года, 1000 ПГС. В комплекте за Макацу 48 новый тысячник Vanquish составляет просто идеальный комплект. Общий вес вот этот вот получается 172 грамма. Все, что надо на ставрит. Когда ставритка подходит здесь поближе, в общем-то, нет необходимости кидать слишком далеко. Вот. И достаточно вполне заброса коротыша, чтобы добросить до рыбы. Но сейчас еще не время ловить ставриду, как говорят местные специалисты, старожилы, рыболовы. Ход ставриды будет ближе к осени, и тогда уже ловля будет очень динамичной и интересной. Пока что мы тут выхватываем единичные экземпляры, самые голодные или самые активные. Да. К сожалению, сейчас не получится показать работу палочки с минимальными весами, поскольку при ветре ловить здесь на 0,2-0,3 грамма сейчас безидейно. Поэтому ловим на грамм и на полтора. Работу палки с минимальными весами я покажу уже позже, наверное, на каком-то более привычном водоеме. Покажи в камере. Красота. Что им еще можно отметить? Очень удобно лежит в руке короткая рукоять. Палец прямо перед передней гайкой. Большой палец сверху на гайке. И вот так вот.
кто предпочитает более классический стиль, можно поставить рукояточку и ловить вот так вот. Верх теста у палочки заявлен 1,5 грамма. Ну, по джигу можно считать, что честный, хотя есть небольшой запас. Очень высокая тактильная чувствительность. Когда клюет маленькая рыбка ферина, похожая на нашу пресноводную клейку, то тут же и кончик отзывается, и в руку, прям как током. Таврида здесь начинает клевать уже по темноте. Сейчас это такой, можно считать, пробный заход. Ставридочка. Опа! И практически в ящик. Ну, будем надеяться, сейчас дело пойдет. Вчера более-менее приемлемый клев начался уже часов после 10 вечера. Опа! А вот и есть тавридочка. Так. Такая вот красивая рыбка.